Дарственные коллекции являются жемчужиной и гордостью фондов Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. И сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми из них. Национальная библиотека целенаправленно начала формировать свои фонды в отношении приобретения коллекций, начиная с 70-х годов. Этот момент связан с именем легендарного директора Национальной библиотеки Захара Тимофеевича Чуньгурядова. Именно при его начинании была приобретена коллекция Глафиры Макаревны Василевич, тунгусоведа с мировым именем. Специально для того, чтобы по ее завещанию приобрести эту коллекцию, в Ленинград ездила наш старейший, такой же не менее легендарный сотрудник, книговед Якутии Евдокия Павловна Гуляева. Следующая коллекция, не менее важная и также очень значимая, североведа Клавдии Новиковой, была привезена также с Ленинграда Анной Сергеевной Поляковой и Валентиной Николаевной Павловой. В настоящий момент более 20 коллекций имеются в фондах Национальной библиотеки. На днях мы получили роскошнейшую коллекцию Тамары Семеновны Комаровой, известного педагога дошкольного образования. Ее дочь Ирина Ильинична Комарова, посмотрев однажды здесь у нас присутствие на презентации коллекции, прониклась идеей того, что Якутия формирует такие уникальные коллекции, целенаправленно их собирает, приобретает. В научно-исследовательском центре книжных памятников хранится личная книжная коллекция известного советского якутского композитора Гранта Арамовича Григоряна. Личная библиотека Гранта Арамовича Григоряна включает в себя 467 единиц хранения. Как каждая личная библиотека, она содержательно отражает широкий круг интересов его владельца. Это пестрая мозаика книг по философии, истории, географии, астрономии, искусству, фольклору, художественной литературе и справочные издания. Особую ценность представляет часть личной библиотеки, связанная с профессиональной деятельностью Гранта Арамовича Григоряна. Это ноты, книги по искусству и так далее. Основная часть личной библиотеки Гранта Григоряна отмечена экслибрисом из книг Гранта Григоряна на каждой книге. В 2020 году при личном содействии Аизы Петровны Решетниковой Национальной библиотекой Якутии получена в дар частная коллекция ученого-этнолога, доктора этнографии, почетного директора Кёльнского института этнологии Уллы Йохансен. Сотрудниками библиотеки проведена большая работа по подготовке, отбору, составлению описей и почтовой пересылке книг из Германии. Коллекция изобилует именитыми авторами, как Игельсон, Радлов, Гумилев, Даль и другие. Есть работы по истории и этнографии народов Сибири, Дальнего Востока, Южного Урала и Среднего Поволжья, а также книги по археологии и фольклору. Каждый житель и гость нашей республики может ознакомиться с дарственными коллекциями в научно-исследовательском центре книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Галина Кутугутова, Василий Протодьяконов, медиаслужба Национальной библиотеки Якутии.